157 телекомпаний, журналисты из 76 городов собрались в третьей столице на премию «ТЭФ-регион». На семинарах главный вопрос – какое сейчас телевидение и кто наш зритель? Мэтр отвечает, что интернет все же не может быть альтернативой теленовостям. Говорили о том, что такое общественное телевидение. Оно начнет работать с мая будущего года. По задумке, этот проект создается для того, чтобы показать, чем живет и дышит глубинка. Три дня жарких дискуссий пролетели, и под фанфары уже на большую сцену выходили лучшие продюсеры, режиссеры, сценаристы, представители других телевизионных профессии со всей страны получать бронзового Орфея. Репортаж Карины Насрудиновой. Живая музыка, вспышки фотоаппаратов, блеск драгоценностей и сияние улыбок – все в лучших традициях светского раута. Соискатели известного телеконкурса «ТЭФ-регион» встретили в Казанской ратуше. Мы ждем от «ТЭФ-регион» вновь, как всегда, много интересных открытий. Нам совершенно необходимо, чтобы люди, собираясь вместе на ТЭФ-регионы, учились друг у друга, передавали друг другу опыт, обсуждали телевидение. Собственно, о телевидении здесь говорят так много, как не говорят, наверное, никогда. И это важно. Это значит, что телевидение живет и процветает. Ведущий информационной программы, репортер программы для детей. Признанным мастерам телеискусства предстояло выбрать лучших по 19 номинациям, при том, что число претендентов на победу перевалило за 500 000. Сохраняется традиция, сохраняется вот интерес. И вот это самое ценное и самое важное, что несмотря на все внешние перипетии и вокруг Академии российского телевидения, и вообще страна поменялась, конкурс вот сохраняет, вот в нем есть такой здоровый консерватизм, и на сегодняшний день вот это очень важно, потому что этот интерес формируют участники, а интерес участников конкурсу не пропадает все 10 лет. Вместо камеры, микрофонов, блокноты и ручки. Не для того, чтобы записывать цитаты своих героев, а советы мастеров телевизионного жанра. Традиционно в рамках конкурса для гостей провели дискуссии, мастер-классы и семинары. На одной из таких встреч обсудили будущее регионального телевидения. Будущее регионального телевидения, всякого сомнения, есть. И базируется оно прежде всего на том, что любой человек, где бы он ни жил, всегда будет интересоваться тем, что происходит вокруг него. В его родном городе, в его родном крае, в той среде, которая находится от него на расстоянии вытянутой руки или автомобильной поездки. Нужны ли теленовости или достаточно интернета? С такого вопроса началась еще одна дискуссия. Вел встречу Владимир Познер. В интервью нашему телеканалу мэтр рассказал о незаменимости регионального телевидения. Зритель должен больше доверять своему, потому что этот человек с ним разговаривает о том, как он живет конкретно. Он, может быть, иногда этого человека встречает там в трамвае или еще где-то. То есть это свой человек, который говорит с ним о его проблемах. Дискуссии позади. И вот финал. На большой сцене еще больше звезд, чем на церемонии открытия. Михаил Ефремов, Светлана Зейналова. Лишь некоторые имена из звездного списка гостей. Продюсеры, режиссеры, сценаристы, корреспонденты, операторы. За дни конкурса они стали одной большой семьей. Победе одного радовался целый зал. Новые обладатели заветных орфеев эмоций не скрывали. Очень приятно держать в руках бронзового Орфея, тем более, что мы к нему долго шли. Мы приехали в Казань за тем, чтобы взять Орфея. Победа на ТЭФ-регион нелегкая в обоих смыслах. Во-первых, позади неделя напряженной борьбы между лучшими региональными журналистами. А во-вторых, вес главного приза – символы телеконкурса более 6 килограммов. Чтобы попасть в Казань, бронзовые Орфеи проделали путь через океан. Их отлили в американской мастерской автора Эрнста Неизвестного. Два «Орфея» остались в Казани. Передача «Адамнар» наших коллег из телерадиокомпании «Казань» стала лучшей еженедельной информационно-аналитической программой. Перехватывает дыхание, очень трудно говорить. Вы знаете, спасибо огромное. Это очень ценно для нас, что именно вот на этой сцене у нас в республике информационно-аналитическая программа на татарском языке получает такой достойный приз. Специальный приз за вклад в развитие регионального телевидения вручили генеральному директору ТРК «Новый век» Ильшату Аминову. Этот конкурс объединяет всех от
Хабаровска до Калининграда. Огромное вам спасибо. Я бесконечно счастлив быть вместе с вами. Я горд, что я один из вас, из всех. Спасибо. Давайте скажем нашим коллегам, что мы гордимся ими, что они лучшие из лучших, что мы поздравляем их. Теперь ТЭФИ-регион 2012 история. Где финал одного из самых престижных телеконкурсов страны пройдет в следующем году, пока неизвестно. Но заявки на его проведение уже есть. Карина Насрудинова, Вести, Татарстан.